Люди начали собираться участием ЧС в Кириллове еще днем. Тогда лил проливной дождь, слез не видно. Но они были, даже мужчины не могли сдержаться, отходя от стола с фотографиями. Не верят. Говорят, 13-й километр проклятый, много людей здесь погибло. Он отнял жизни и у трех кирилловских спасателей. Отнял сыновей, мужей, отцов. Попрощаться с ребятами пришел почти весь город. Сослуживцы говорят, это были лучшие сотрудники части. Спасателями становятся те, кто готов помогать людям, не щадя себя. Такими и были Михаил Бибиксаров, Александр Сорокин и Вячеслав Глебов. Мы работали с ними на пожарах. Если была поставлена какая-то задача, можно было даже не оглядываясь назад знать, что все будет сделано. Михаил Бибиксаров, лейтенант. Самый молодой из погибших ребят. Всего 26 лет. Амбициозный, целеустремленный, надежный. Его фото на доске почета. Только 2 года Михаил проработал в МЧС, но уже дослужился до заместителя начальника отряда. Веселый, коммуникабельный, ко всем умел найти подход. Ну, с Мишей мы участвовали вместе в Итере, парад пожарной техники был. Вместе там принимали участие. Он хоть, несмотря на то, что я офицер, он вот, даже подойдешь рядовой, либо подойдет, спросит, он сделает, что надо. Ну, нормальные человеческие отношения к людям. Планов у него было много, говорят сослуживцы, и в карьере, и в семейной жизни. 27 июля у Михаила должна была быть свадьба. Сегодня похороны. С Александром Сорокиным, он всегда, мы вместе с ним занимались и спортом, ездили на все соревнования, всегда, то есть он всегда был такой душа компании, можно сказать, веселый, общительный. Всегда он был как-то вот безотказный, я бы сказал, безотказный парень по службе и в дружбе. И вообще. Никогда не отказывал, если помощь требовалась. У Саши были золотые руки, говорят сослуживцы. Настоящий мастер. И столяр, и плотник, и сварщик. Если требовалось что-нибудь отремонтировать в части, первым делом обращались именно к нему. Ему же доверили укрепить над крышей части флаг. И в работе на Сашу всегда можно было положиться, говорят командиры. Помощника начальника караула на пожарах и во время чрезвычайных ситуаций всегда назначали старшим. Доверяли как офицеру. Глебов Вячеслав, замечательный водитель, классный специалист, умел управлять всей техникой, какая у нас имеется на вооружении, в любой командировке, там тоже в этих же, хоть в леса, хоть в города, хоть там в соседней области, и по повышению квалификации, там не искал причин, что-то у него там молодая жена, маленький ребенок. Дочке Славы едва исполнилось 1/2 года. Авария отняла у семьи отца и мужа. Он тоже строил большие планы на жизнь, буквально только что купил квартиру. В шоке весь Кириллов. Молодые, красивые, здоровые парни. Жить бы и жить. У нас городок ведь маленький, достаточно маленький, что много ведь, ну, друг друга все ведь знают, как, да, и как бы все переживают. Большая потеря. Сколько семей, сколько горя. Извините. Сегодня молодых спасателей проводили в последний путь. Тела ребят увезли в родные села. Там и похоронили, по традиции, под звуки выстрелов и сирен пожарных машин.